Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга, и в этом видео мы будем листать с вами третий каталог Oriflame. Поехали! Каталог действует с 20 февраля по 11 марта. И главный герой каталога – это, конечно же, женский день 8 марта. И Oriflame предлагает нам праздновать силу красоты не только в этот день, но и весь вот этот период. И открывается каталог на первом же развороте с запуском новой парфюмерной воды – Love Potion Essential Ruby. И это будет цветочный гурманский аромат. Вы сможете потереть страничку, чтобы протестировать, либо можно заказать пробник. Код пробника написан возле каждого аромата в каталоге. Вы добавляете в свой заказ и уже тестируете, носите и можете примерить на себя, подходит ли вам данный парфюм. Основные ноты Essential Ruby — это красные ягоды, рубиновый шоколад и кедр. Обещает быть аромат очень чувственным. Дизайн флакона вы видите такой же, как и у любого другого аромата Love Potion каталога. Это капля любовного эликсира. И есть акция в данном периоде, специальная цена при заказе двух любых ароматов, скорее всего Love Potion, со страницы с 3 по 7. Будет действовать цена 1199 рублей. На этом развороте мы видим фланкер Love Potion Secrets, восточный ванильный и фруктовый тип аромата. Здесь белая клубника, белые цветы и белый шоколад. Чувственное гурманское сочетание афродизиаков. Обязательно протестируйте, возможно, вам понравится, потому что я знаю, что у Love Potion Secrets очень-очень много поклонниц. И на этом развороте классическая версия, парфюмерная вода Love Potion, также высокой концентрации, восточный ванильный фруктовый аромат, основные ноты здесь имбирь, цветки, какао и шоколад. И любой аромат Love Potion, он наполнен нотами афродизиаками и служит своей хозяйке для того, чтобы привлекать внимание противоположного пола. Он будоражит чувства, обольщает, какой бы аромат из коллекции Love Potion вы бы не выбрали. Обязательно воспользуйтесь акцией. Также здесь есть парфюмерный крем. Обратите внимание, Love Potion тоже со скидкой 479 рублей. Вы сможете продлить классическую версию аромата, если закажете вот этот набор. На этом развороте мы видим рубрикатор, который показывает нам, на какой странице какая категория находится. Также обратите внимание, что есть сезонные подарочные пакеты, мужской и женский, для того, чтобы вы могли упаковать ваши подарки красиво. И набор, следующий каталог плюс пробники, всего за 109 рублей предлагается, если мы вписываем вот этот код в заказ. Обратите внимание, обложка следующего каталога, главный герой — это сразу видно тушь. Интересно, это будет переиздание или какая-то новая совершенно тушь? Как вы думаете, пишите ваши варианты в комментариях. И три пробника. Пробник SE голубой, омолаживающий дневной крем Time Restore и стойкая минеральная основа Giordani Gold в оттенке слоновая кость. Вот такой наборчик за 109 рублей вы можете получить. Очень люблю вот такие комплекты: гель для душа, мыло и крем для рук. Набор всего за 369 рублей. Насколько я вижу, отдельно заказать нельзя, потому что вот отдельных кодов здесь не написано. Обещают, что аромат у коллекции будет свежий, цветочно-зеленый. Очень хочу протестировать и постараюсь снять для вас обзор на этот комплект. Ищите тогда на канале Взлет. Как найти любой совершенно обзор на канале Взлет? Вы берете код продукта, вписываете в поисковую строку YouTube и пишите слово «Взлет». И первый же обзор вам выходит, тот, который есть на нашем канале. Вы опускаетесь в инфобокс под видео и находите по таймингу тот продукт, который вам нужен. Иногда бывает несколько новинок в одном обзоре. И смотрите на него обзор, текстуры, мои впечатления, какие-то, может быть, сравнения, описания. Я стараюсь максимально подробно давать информацию на любой продукт каталога, который попадает мне в руки. На этом развороте
развороте мы видим специально смягчающее средство. Например, вот на такую классическую версию у меня есть очень подробный обзор, где я рассказываю все способы, которыми можно использовать вот это средство. Какие-то способы я знала сама, но большинство я собрала в опросе в своем телеграм-канале Баблик. Спасибо большое девочкам, каждая, которая поделилась, написала, как она пользуется. Мне осталось только структурировать вот эти вселенские знания, все собрать в один сценарий, и получился, на мой взгляд, очень классный обзор. В баночке этой всего 10,5 мл, она небольшая, но в новой упаковке стало более широкое горлышко, и ей стало удобнее пользоваться. Также на этом развороте представлено специальное смягчающее средство с маслом маракуйи, 149 рублей. И покупая эти продукты, вы участвуете в благотворительности. На этом развороте тоже набор, но он немножечко попроще, но он с очень приятным таким вишневым ароматом, всего 219 рублей. Вы можете заказать крем для рук и мыло в форме сердечка. Добавьте больше праздника в вашу жизнь. На этот набор обзор я уже снимала. Здесь мы видим аромат и моменты коллекцию, которая представлена несколькими направлениями геля для душа и мыла. Такие комплекты можно покупать отдельно. Например, есть комплект с лавандой, расслабляющий гель для душа и мыло. Мыло большое здесь, 90 мл, ну, такая внушительная капелька. Также предлагается успокаивающий комплект с миндальным цветом гель для душа и мыло. И бодрящий, очень люблю, с розовым грейпфрутом. Кстати, недавно увидела, что у меня практически все гели для душа закончились, поэтому с удовольствием закажу себе и лаванду, и бодрящий на утро грейпфрут. Ароматы и моменты — прекрасная серия, знаете, такая даже вот ароматерапия в чем-то, потому что запахи чудесные, они действительно создают настроение. Эта линейка также позиционируется как линейка для тела, это жидкое мыло для рук и тела и лосьон. И мы видим здесь два варианта представлены, две коллекции Сенсенко со сливой и мирой, и также с лимоном и вербеной. Жидкое мыло для рук выглядит очень стильно, красиво. Посмотрите, какая эстетичная баночка. При этом она не стеклянная, но выглядит очень дорого. Нет риска ее разбить, очень удобная. И у меня такая баночка стоит очень давно уже. То есть жидкое мыло уже давно закончилось, и я доливала в нее различные гели для душа. Но мне всегда хотелось, чтобы я могла доливать в эту баночку красивую, не покупать каждый раз новую, а доливать в нее именно то, что находится в ней внутри. То есть вот это самое жидкое мыло для рук с лимоном и вербеной. И Oriflame в этом каталоге, я уже очень давно об этом говорю, но именно в этом каталоге выпускается вот такой рефил. То есть не надо заказывать снова баночку, можно заказать просто вот такой пакетик, в котором на 76% меньше пластика, но также в нем, смотрите, 300 мл. И такая баночка стоит 659 рублей, а рефил, обратите внимание, 299 рублей. Это очень выгодно. Я думаю, что они быстро пропадут на складе, потому что именно жидкое мыло с лимоном и вербеной самое любимое. Многие-многие девочки его очень любят. И я знаю, что огромное количество раковин в ванных комнат украшает именно вот эта линейка. И у нее такой бодрящий аромат. Представляете себе цитрус, вот этот лимон яркий, такой сочный, и вербена, которая тоже добавляет свежести, очень баночка красивая. В общем-то, я довольна вот этой новинкой, я рада, что теперь есть рефилы. Будем ждать и другие тоже, на другие продукты каталога. Зачем снова и снова покупать баночки, выбрасывать их вот эти с дозатором, если можно их просто доливать. На этом развороте бестселлер каталога Oriflame — серия «Мед-молоко». И здесь представлена серия для тела, есть еще для волос. Обратите внимание, что здесь есть питательный крем для тела, крем-мыло поменьше, чем ароматы момента, 75 грамм, но оно в картонной упаковке обычно. Здесь вот я не вижу, упаковки не нарисовано, но вы когда будете заказывать в личном кабинете, вы сможете там посмотреть. Красивая подарочная упаковка. Если у вас еще нет доступа в личный кабинет, то вы очень легко можете
оформить его по ссылочке вверху, либо внизу в инфобоксе, заполняйте анкету, и вам приходит пароль и номер для того, чтобы вы могли войти, все посмотреть внутри в личном кабинете, заказывать с 20% скидкой, когда вам удобно, на какие суммы вам удобно с доставкой в ваш город, и также участвовать во многих выгодных акциях, которые есть только внутри личного кабинета. Поэтому оформляйте и пользуйтесь всеми преимуществами. Также на этом развороте вы видите крем для душа и жидкое мыло для рук. Тоже, кстати, очень красивое. 389 рублей. Спа-серия представлена в этом каталоге со скидками. Маска для рук всего 229 рублей. Если вы ищете, знаете, такой супер питательный крем для рук, который бы очень интенсивно наполнял кожу ваших рук влагой, придавал тонус, и чтобы кожа выглядела более упругой, то обратите внимание вот на эту маску. Мне она очень нравится по действию. Также массажное мыло скраб, который я использую вместо любых других скрабов. Я даже заказываю, честно, недавно вот мед молоко, несколько месяцев назад заказала скраб. Но все равно я беру массажное мыло, и для меня это самое лучшее отшелушивание. Но если вы любите скраб именно такой классический, обратите внимание, что в этой серии есть вот такой солевой, при этом очень питательный, густой скраб. Вам надолго хватит этой баночки. Мне очень нравится масло для тела, вот это увлажняющее и ухаживающее. Также кожа становится очень напитанной, когда я использую это масло, при этом оно легкое. И если вы, наоборот, любите не легкое масло, а более густую текстуру, если у вас сухая кожа, вам ее надо напитать посильнее, поактивнее, то есть масло, которое я считаю самым-самым густым и питательным маслом для тела, крем-масло, да, то есть видите, насколько густой для тела в каталоге Oriflame. Замечательная серия спа, и каждый продукт здесь достоин вашего рассмотрения. Конечно же, парад ароматов. Это парфюмерная вода Divine. Вы можете заказать ее в мини-спрее 419 рублей, 8 мл. Вы можете не носить с собой полноразмерную версию, если, например, любите Divine, а брать вот такой мини-спрей. Либо вы можете, если никогда не пользовались Divine, купить себе вот маленький именно флакончик, протестировать, понять, ваш ли это аромат, потому что здесь абсолютно тот же аромат, что и в полноразмерной версии. И парфюмерный крем для тела Divine, также можно вот сделать такой наборчик. И такие же наборы предлагают цикла Mon Parfum и Possess. Мини-спреи, они в красивой подарочной упаковке, прям маленькая парфюмерная вода. И подарить такой мини-спрей совершенно тоже не стыдно, если, например, сделать такой комплимент-презент. Либо вот собрать целые наборы и сделать такой парфюмерный подарок. Да, конечно, это не полноразмерная версия, но вы и не знаете, например, понравится ли человеку полноразмерная версия. А вот такой комплимент, огромная банка парфюмерного крема плюс вода, даже 8 мл, но это и есть та самая вода, которая будет полноразмерной версии. Подарить такой набор вполне можно. Люсия предлагается за 999 рублей. Хоть это аромат из средней концентрации, но он настолько нежный, цветочный, зеленый, очень легкий. Если вы любите ноты белой сирени, то здесь она очень-очень женственно, романтично ощущается. Также здесь плюща, ноты индийского сандала. И есть в наборе парфюмерное мыло Люси в красивой тоже подарочной упаковке. Можно собрать также целый красивый парфюмерный комплект. Причем очень даже недорогой. Будет и мыло, и туалетная вода, а по цене выходит, а если еще и вы заказываете в личном кабинете со скидкой, то это даже получается, по-моему, меньше 1000. И Club Blanc для меня это аромат праздник, по-моему, единственный. Нет, еще New Club мне очень нравится. Но вот это самый мой любимый Club. Можно уже уверенно это говорить, потому что здесь есть какие-то бодрящие, куражащие ноты. Здесь аккорд, мандариновый шприц. Вот такое ощущение, что вдыхаешь аромат очень женственного, какого-то яркого и при этом нежного алкогольного коктейля. Также здесь нота зимней розы. Вот цветочную я меньше всего ощущаю ноту. И мускус я, например, практически не чувствую. Вот для меня и Club Blanc это аромат алкогольного коктейля. И создается сразу же ощущение праздника. И когда он
запускался. Это была зима, Новый год, и вот для меня это аромат Нового года. Ну, интересно, насколько он будет сейчас продаваем именно в преддверии весеннего праздника, но в любом случае для женщины он создаст чудесное настроение, я уверена, если вы его захотите кому-то подарить. Вот эти парфюмы Women's Collection, это цветочные ароматы, и они точно ароматы весны. На этом развороте мы видим Cherry Blossom, это аромат вишневого сада, как будто вы стоите в центре вот этих вот цветущих вишневых деревьев и вдыхаете прекрасный просто запах. Вы сможете потереть страничку. Также я рекомендую вам заказать пробник. Я уверена, что именно этот парфюм будет пользоваться большой популярностью. Лаконичный очень дизайн. Здесь 50 мл. В Women's Collection есть флаконы по 75 мл. Если будут, сейчас я вам покажу. Вы не путайте. Поэтому у них цена и отличается. И если вы хотите аромат нежных весенних цветов, то это 100% Cherry Blossom вам понравится. Divine полноразмерная версия, там была мини-спрей, помните, мы только что смотрели, а здесь целый подарочный набор, всего за 1699 рублей. Есть смысл рассмотреть и его. Есть у меня обзор на этот набор, вы можете найти по коду и посмотреть саму коробочку, как она открывается. И в наборе есть парфюмерный крем для рук, который продается только в составе набора, отдельно заказать его вы не сможете. И также вот полноразмерная версия женственной воды Divine. И точно такой же парфюмерный набор, также в шикарной черной с золотом коробке. Также здесь парфюмерный крем, который продается только в составе набора. Это Eclat Femme. Это классический аромат, именно он очень элегантный, женственный. Мандарин, жасмин и сандал. Основные ноты здесь и позиционируются как восточный, цитрусовый и древесный. Но мне кажется, Eclat — это такой хит многолетний Oriflame, что его очень многие знают. Но если не знаете, опять же, в помощь вам пробники. Oriflame также предлагает нам к 8 марта замечательную акцию «Супер тушь для ресниц Giordani Gold» всего за 399 рублей при заказе любого продукта из этого каталога, кроме самой туши. Это моя любимая тушь каталога, я это все время говорю. У нее прекрасная щеточка, замечательная формула, разделяет, удлиняет, раскладывает реснички, делает их отдельными друг от друга. У меня есть обзор на эту супер тушь, найдите, посмотрите, где я прям наношу на ресницы и рассказываю свои впечатления. Недавно обновили формулу, но тушь осталась такая же прекрасная, как и была. Щипчики для завивки ресниц очень легкие, я их часто использую на тест-драйвах, когда тушь показываю. И мне кажется, что эти щипчики нисколько не уступают самым люксовым, крутым щипчикам самых популярных брендов. Пинцет для бровей также есть серия Giordani и контурный карандаш для глаз 279 рублей черный и карандаш для бровей в оттенке коричневый. До сих пор он является самым моим любимым карандашом для бровей каталога Oriflame. С обратной стороны у него щеточка, которой удобно расчесывать брови. Но сам карандаш темноват. Блондинкам, конечно же, он не подойдет. Но только тем, кто любит густые темные брови. Консилер я недавно показывала на канале Взлет. У нас ищите по коду. Там же я рассказывала, как им правильно пользоваться. Удобно губочка кушан у этого консилера и два оттенка, светлый и средний. Антивозрастная тональная основа, любимая многими, представлена в 5 оттенках. Будьте заказывать тональную основу, не забудьте купить тушь. Она в этом каталоге тоже со скидкой 629 рублей. Корректирующая база под макияж в этом каталоге со скидкой, увлажняющая, что мне нравится, не масляная, и в составе гиалуроновая кислота, чтобы ваш макияж дольше оставался свежим, лучше держался, не плыл в течение дня, и при этом у нее есть такой легкий тонирующий эффект. Тоже я ее снимала в рамках обзора новинок. Румяна-бронзер в шариках также снимала сводчи, показывала, как ими правильно пользоваться, как правильно наносить. Но у меня в обзоре всего два оттенка, по-моему, без натурального. Но, тем не менее, вы сможете посмотреть на румяна и посмотреть, как правильно ими пользоваться. И кисть для пудры румян складная в этом каталоге тоже со скидкой.
скидкой. Помады Giordani предлагаются в этом каталоге со скидкой за 449 рублей. Сатиновая и матовая. И можете заказать контурный карандаш-праймер. То есть вы очерчиваете губы, и карандаш держит форму помады, при этом не имеет своего собственного оттенка. Также содержит гиалуроновую кислоту и ухаживающие комплексы. На этом развороте Giordani Gold, Gutes Gold предлагается. Фланкер очень приятный, очень такой позитивный аромат. Недавно совсем тестировала я на канале Взлет и рассказывала полностью концепцию этого парфюма. И также Giordani Gold Essence Blossom тоже у меня есть обзор на этот парфюм. 2 400 — 2 500 стоит аромат в этом каталоге. Выгодные цены на хиты. Предлагается нам из категории Wellness. Вот видите, Oriflame позиционирует изнутри и снаружи. Изнутри мы задействуем антиоксидантную защиту вместе с комплексом астаксантин экстракт черники. И снаружи интенсивно подтягивающие капсулы для лица мы используем, чтобы встретить весну и лето с кожей в хорошем тонусе, подтянутой. И капсулы — это для девочек после 40 лет. Имейте в виду. Комбинация из 5 питательных масел и эликсира черного ириса. И эти продукты вы сможете заказать по сниженным ценам при заказе на 1500 из этого каталога. Соответственно, на каждые 1500 вы можете заказать одну баночку. Можно несколько, но тогда у вас должен быть в заказе несколько раз по 1500. Коллекция ароматов открывается туалетной водой On The Edge. 899 рублей. Средняя концентрация аромат. Достаточно дерзкий, восточный, древесный, амбровый. У меня есть на него обзор. Находите и смотрите. Так же, как и на коллекцию Joyce. И в этом каталоге Joyce Jade и Joyce Rose представлены за 549 рублей. На мой взгляд, такие моноароматы. Они достаточно простые, но при этом они очень легкие, ненавязчивые. Их можно обновлять в течение дня, потому что это парфюмы средней концентрации. То есть вы можете днем погулять с ароматом Joy Jade, а на вечер нанести Joyce Rose. И на этом развороте White Lilac. Это туалетная вода Woman's Collection за 949 рублей. Скидка здесь поменьше, чем на аромат Cherry Blossom. Вот тот прям с хорошей скидкой, но тем не менее вы тоже можете заказать. И скидка на него тоже есть в данном каталоге. All or Nothing я не использую аромат. Это совершенно не мой парфюм, поэтому ничего про него сказать не могу. И вот здесь, помните, я вам говорила, туалетные воды Woman's Collection по 75 мл. Их также отличает, кроме того, что у них большой объем, еще что на самом флаконе есть изображение цветов, основные ноты которых входят в данные ароматы. И здесь вы видите мимоза и пион. Если вы любите данные ноты, то обратите внимание на эти парфюмы. 1299 рублей в этом каталоге стоимость. Sofiva предлагается фланкеры. Sofiva Together 1499 рублей. И новиночка прошлого каталога второго — это Sofiva Ecstatic Hue. Я делала обзор на женский и мужской Sofiva. Найдите и посмотрите. Это парфюмы чувственные, разжигающие страсть. И они раскрываются в полной мере на разгоряченной коже. Ароматы для свидания. Possess Absolute предлагается на этом развороте фланкер. Основная нота здесь граната, аккорд граната. И многие отмечают вот эту кислинку и любят Possess Absolute именно за ноту граната. Обязательно протестируйте, если вы любите подобные композиции. Обзор на Possess Absolute тоже есть на нашем канале. Eclat Femme Weekend предлагается туалетная вода и парфюмерный крем. Вы можете потереть страничку и протестировать этот цветочный фруктовый зеленый аромат. И вот Eclat Nuit, еще один Eclat, который мне нравится, аромат ночного Парижа, 1299 рублей, к нему есть мужской парный, и два этих аромата очень здорово сочетаются, создают такой вихрь настроения погулять, знаете, вот именно такого радостного и драйвового. И также обзор у меня есть. Подарочный набор украшений в элегантном стиле предлагается в этом каталоге за 699 рублей. Вот такие красивые
красивые кристаллы в обрамлении металла золотого напыления. И также цепочка с точно такой же подвеской, как и сережки. Сережки у нас гвоздики. Цепочка нежная, тоненькая. Ну, такой прям действительно романтичный наборчик. Приходит набор в серебристой коробочке. Просто я его сейчас достала для того, чтобы вам удобнее было показать. И не только этот набор. Есть еще парочка в этом каталоге. Меня очень интересовало, и в Баблике мы тоже обсуждали вот эту новинку. Это две цепочки или все-таки одна? Вот здесь мы видим, что длину каждого колье можно отрегулировать отдельно. То есть у каждой подвески есть своя собственная цепочка. Смотрите, один кулон — это серебристый металлический диск, на котором нарисована красивая сияющая звезда, наверное, это украшенная кристаллом. И второй кулон — это непосредственно уже воплощение вот этого рисунка, также украшено кристаллом. Очень здорово гармонирует. Также цепи разные по плетению, здорово будут тоже перекликаться в образе. Можно носить эти цепочки отдельно, можно носить вместе. И за счет того, что у каждой цепочки есть еще дополнительные 7 сантиметров, их можно надевать на разную длину. Соответственно, будут они у вас смотреться вот как у девушки на шее. Мне этот наборчик очень понравился. 699 рублей. И есть еще третий набор, довольно оригинальный, в романтическом стиле. И впервые я такое вижу, что вот в коробочке тоже в серебристый приходит этот набор, что в замке браслета есть потайное отделение. Даже положили нам, смотрите, вот такие бумажки, которые можно свернуть и положить в замок вот этого браслета. Смотрите, как он элегантно выглядит, прямо как кварц или какой-то горный хрусталь. Вы раскрываете, раскручиваете замочек, кладете сюда записочки, либо настрои какие-то свои, либо, может быть, передать вы какую-то записку захотите кому-то. Ну, пишите ваши версии в комментариях, как вы думаете, как можно это использовать. Мне прям даже интересно будет почитать. И дальше вот вы закручиваете, и вам не надо его все время закручивать, раскручивать, чтобы надевать, потому что он на резиночке. Вы его просто вот так вот носите. Можно наружу железочкой это носить, можно внутрь. И это не просто браслет, еще и есть вот такие сережки, которые напоминают смородинки. Сережки-гвоздики, которые будут создавать у вас гармоничный комплект, когда вы будете все это вместе носить. Вот такие наборы предлагает Oriflame. Очень романтичные, нежные, женственные. Даже, видите, вот с какими-то такими интересными идеями, да, что не просто это украшение, а можно еще и дополнительно положить какие-то тайные записки. Буду прям ждать ваши комментарии. Пишите, пожалуйста, как вы думаете, для чего это отделение можно использовать. И наборы, которые нас отсылают к каталогу Норхен. Это космический авантюрин. Мне кажется, необыкновенной красоты будут серьги, колье. Если у меня будет возможность, я обязательно сниму для вас обзор. Хотели бы вы на нашем канале видеть обзоры на коллекции Норхен, пожалуйста, оставляйте обратную связь. Новый каталог Норхен начинает действовать вместе вот с этим каталогом, и акция, скидка 30% на любое украшение из этой коллекции, если вы сделали заказ на 2000 рублей в предыдущем втором каталоге с 30 по 18 февраля. И тогда эти украшения будут стоить вам 2100 рублей. Мне кажется, что украшения безумно красивые, скидка хорошая. Также еще одна коллекция участвует в этой акции. Это магический тигровый глаз. Вы знаете, у меня есть серьги Норхен из предыдущих коллекций с тигровым глазом. И они выглядят очень дорого, весомо. Они очень элегантные, при этом глубокие. Вообще этот камень, мне кажется, обладает какой-то своеобразной силой, потому что когда я ношу эти серьги, я всегда чувствую себя защищенной. И смотрите, вот здесь пишут, что камень помогает преодолеть страхи, сомнения и пробуждает внутреннюю отвагу, уверенность в своих силах. Вот, видимо, мне именно
именно вот этот камень, тигровый глаз, придает вот эту самую уверенность. И новую коллекцию я рада, что сделали с этим камнем, и также на нее действует скидка. Здесь колье, браслет и серьги. Безумно красивые, геометричные формы здесь. Напишите, пожалуйста, ваши отзывы. Нравятся ли вам вот эти две коллекции? Категория для него открывается продуктами Novage, защитный гель для бритья и успокаивающий крем-гель после бритья за 899 рублей. Также вы можете заказать комплексный уход Novage 6199 рублей. Здесь 4 этапа. 2 минуты вы умываетесь утром и 2 минуты вечером. И кожа ваша остается молодой. Вы сохраняете, если вы мужчина, да, так как это мужской набор, вы сохраняете молодость вашей кожи. Смотрите, предлагается нам для каждого этапа различные продукты, для каждого этапа ухода за собой. Освежающий душ. Вы можете выбрать либо мыло, либо 5 в 1 гель для душа, который будет глубоко очищать и увлажнять вашу кожу. Для комфортного бритья вы можете заказать пену для бритья и умывания 2 в 1. То есть вы можете использовать различными способами эту пену. И также не забудьте поухаживать за вашей кожей после бритья с помощью увлажняющего геля. Дезодоранты, антиперспиранты на 72 часа защиты. Различные они и с разными ароматами. Вы можете по коду найти. Я делала обзор на все эти продукты. Парфюмерный спрей очень удобен брать с собой на тренировки. Именно вот как есть женские легкие такие ароматы, также для мужчин предлагаются вот такие парфюмерные спреи. Удобный флакон, удобный распылитель. Также здесь целых 100 мл. Очень яркий, мужской такой дерзкий, драйвовый аромат. И вы сможете в любое время дня и после тренировки, и с утра, после душа себя освежить с помощью этого спрея. Для стильной укладки невидимый гель, именно мужской, с мужским ароматом предлагается 329 рублей. Классный вот такой разворот, и все очень удобно расписали, как мальчики могут использовать эти продукты. Poses the Secret, парфюмерная вода в этом каталоге со скидкой, и совсем недавно вышла новиночка, это парфюмерный бальзам после бритья. Также Poses the Secret можно также собрать комплект с одним ароматом. Signature, подпись, это духи, это высочайшая концентрация, максимальный аромат. Можно использовать флакон, вот эту вот деревяшечку, как фоторамку отдельную. Есть такая же женская пара к этому аромату. 3200 рублей в этом каталоге со скидкой. Розовый перец, мускатный, шалфей и кедр. У меня есть обзор на ароматы Signature. Сама я очень нежно эти парфюмы люблю. Eclat Nuit, тот самый аромат дерзкого ночного Парижа, только в мужской уже версии. 75 здесь миллилитров побольше, чем в женской. 1399 рублей. Рекомендую, если вы пара, то заказывать вот парные ароматы вместе, потому что они здорово сочетаются. Ascendant, это аромат мужественный очень, именно воплощение такой брутальности мужской. Есть классическая версия, есть фланкер Ascendant Intense. На фланкер у меня есть обзор. Это ароматы не парные, это чисто мужские. 1099 рублей. Классическая версия, бергамот, кардамон и ваниль. И этот тип аромата восточный фужерный, и Ascendant Intense, это восточный пряный. Он подороже чуть, 1399 рублей. Lost in You, аромат парный. Женскую пару такой мы не видели, по-моему, в этом каталоге. 1399 рублей. Очень многие девочки любят Lost in You. Обязательно протестируйте, если подбираете аромат для своего парня. Будете вдыхать и наслаждаться. Sofiva Ecstatic Him, это пара к женскому аромату, которые, помните, я вам на женском рассказывала, раскрывается на разгоряченной коже. Ну, смотрите обзоры на все это, там я все это очень подробно рассказываю со всеми полными композициями, букетами этих ароматов. Также у меня есть обзор на Мистер Джордани Аква. Самый, на мой взгляд, водный аромат каталога Oriflame. Он при этом древесный, но очень-очень свежий, акватический. На этом развороте Eclat Toujours, к нему есть женская пара Eclat Amour, но в этом каталоге тоже, по-моему, со скидкой ее не было. 899 рублей. Soul 899 рублей. Это аромат душа. И вот как написано, баланс и тепла, и свежести для мягкого, доброго, внимательного, заботливого, но при этом сильного духа мужчины. Glacier – это ледник. Аромат 100 мл. Большой флакон, средняя концентрация. Очень такой холодный, освежающий аромат.
виноват. И многие его любят. Бестселлер много лет в каталоге Oriflame. Это Men's Collection. Помните, была Women's Collection, такие моноароматы. Есть такая же мужская версия этой коллекции. И вот один из представителей Men's Collection. Это Citrus Tonic. Citrus Tonic 699 рублей. Ну, из названия уже понятно, что это очень тонизирующий, бодрящий лаймовый аромат. Венча ароматический фужерный 699 рублей в этом каталоге. Шелест трав и ветвей. Категория Wellness открывается Wellness пэками. Обязательно оформляйте подписку. Сейчас такая акция идет на подписку Wellness. Каждый третий каталог Wellness пэк вам будет добавляться в заказ бесплатно. Оформляется также в личном кабинете. Все самые выгодные акции всегда в личном кабинете внутри, после того, как вы входите на сайт. Обязательно этим пользуйтесь. И здесь вы видите мужской и женский. Если вы смотрите видео о моих заказах, у меня в каждом заказе всегда есть wellness pack. Также я часто заказываю wellness kits для своей младшей дочери, для того, чтобы помогать растущему организму развиваться. Обязательно изучите информацию. Продукты wellness kits у нас просто потрясающие, безопасные и очень полезные для ваших деток. Внутри комплекс для волос и ногтей со скидкой. У меня как раз закончилась упаковка, я вот себе закажу. И комплекс морской кальций и витамин D 1499 рублей. Также предлагаются другие продукты в категории wellness. На этом развороте вы можете их увидеть. Омегу недавно я заказывала, она была драйвером со скидкой. Всегда старайтесь заказать эти продукты, выделить бюджет на них из категории wellness. Именно те, на которые скидки вот в данном каталоге. Очень рекомендую заказать в этом каталоге и нутрикомплекс, и морской кальций. На этом развороте нам показывают серию эфирных масел Mind and Mood, и можно заказывать наборами, можно заказывать отдельно. 4 есть направления эмоций, настроения, состояния, которые создают эти эфирные масла. Это энергия, уверенность, баланс и релакс. То есть от самого активного вашего состояния вы можете вместе с вот этой категорией каталога Oriflame дойти до самого расслабленного. Все зависит от того, какая конкретно в данный момент эмоция вам требуется, какое состояние вы хотите в себе вызвать. Здесь набор чистейших эфирных масел, именно вот в таком пузырьке, который вы можете использовать различными способами. И добавлять в ванну, и в диффузор, и в базовое масло, и в спрей-ароматизатор, и в аромалампу капать, если вы, например, свою какую-то используете. Вот у меня, например, есть со свечкой, я также наливаю воду и капаю туда вот такое масло. И аромат мгновенно окутывает и влияет на сознание, на состояние, на настроение. То есть эффект я чувствую от этой линейки. Да, она стоит недешево, но и составы масел здесь тоже не дешевые, не базовые, которые можно купить где угодно, там в любом магазине эфирных масел. Здесь в Oriflame подбирали, было нейротестирование, и специально вот делали именно такие формулы, чтобы максимально было это эффективно для нашей с вами повседневной деятельности. Уход за кожей. Открывается линейка Love Nature с органическим чайным деревом и лаймом. Для того, чтобы бороться с воспалениями, вы можете заказать продукты либо в форме стика, карандаша, корректора, либо в форме вот такого средства для лица. Можно капать на воспаление, и очень-очень быстро уходит. Это буквально вот сос-средство. На этом развороте мы видим очень нежную, заботливую, успокаивающую линейку с органическим овсом и ягодами годжи. И в этой серии маска кремовая, питательная, которая быстро успокаивает кожу. Также крем для лица и смягчающая мицеллярная вода. Недавно обновилась формула. Я рассказывала в отдельном обзоре, специально для вас сняла. Прям там умывалась перед камерой и показывала этапы один за другим, как я снимаю макияж, как я очищаю кожу, как правильно использовать вот эти средства. И всеми своими секретиками поделилась. Давайте я вам здесь вот видео оставлю, чтобы вы могли перейти и посмотреть. Там же я показывала, как я использую крем очищающий для умывания. Это вообще мои любимые продукты для очищения. Тоником, как я пользуюсь и зачем. Также вы можете рассмотреть для покупки вот такую восстанавливающую маску скраб. Прозрачная, гелевая, такая увлажняющая
увлажняющая очень текстура с абразивными частичками. Можно носить и как увлажняющую маску держать на лице, либо можно потереть, и вот эти абразивные частички будут отшелушивать вашу кожу. Действительно, вот продукт два в одном. Pew Skin – это линейка, позиционируется больше для подростковой кожи. Ну, она как бы решает проблему воспалений. Есть у меня полный обзор со всеми описаниями, составами, что в каждой баночке содержится. И в этом каталоге со скидками тоник, матирующий крем и обновляющий скраб. И не забудьте заказать повязку на голову, чтобы вам было удобнее делать процедуры ухода. На этом развороте Essentials для сияния кожи, выравнивающая серия, очищающая также здесь есть продукты. И такая базовая серия Essentials уже очень многие полюбили. Наконец-то вот эту маску, и я вижу, в каких количествах ее стали все заказывать. На мой взгляд, у нее цена какая-то очень смешная. Пока в Oriflame не опомнились, надо заказывать запас как можно больше. 10 мл хватает даже на несколько раз этого пакетика. Можно наносить даже, знаете, как ночной крем тонким слоем и смывать с утра, когда вы просыпаетесь. Видите, здесь написано «не требует смывания». Но если вы толстый слой нанесли, то можно его перед сном просто убрать салфеткой. Ложитесь спать, и с утра уже вы умываетесь, и кожа ваша напитана, увлажнена. Маска чудесная. А также еще пока холод на улице, можно использовать кольт крем. Вот он, который будет защищать кожу вашу от холода, от ветра, от пересушивания, от плохих погодных условий. И универсальный увлажняющий крем для лица и тела 150 мл. Также со скидкой в этой серии есть и в этом каталоге. Это линейка Optimals. Открывается она зелененькой серией Urban Guard для жителей мегаполисов. Это защитная серия, которая будет защищать кожу. Позиционируется, что она для всех возрастов. Но я рекомендовала бы где-то с 22-25 лет эту линейку. Она не содержит активных ингредиентов антивозрастных, но здорово будет увлажнять вашу кожу, защищать и ухаживать за ней. Здесь мультифункциональное средство глиняное. Оно позиционируется как 3 в 1. По-моему, здесь и вы можете очищать лицо и наносить как маску, использовать как скраб. Но если вы представляете себе вот очищение глиняной маской, то вот где-то такие же у вас будут ощущения от очищения вот этим средством. Я себе заказывала, ну как-то вот на постоянное очищение я бы это средство не взяла себе. Прекрасная просто защитная сыворотка здесь и ночной, и дневной крем. Увлажняющий спрей у меня есть всегда. Не всегда это именно Optimals, но либо Optimals, либо Wound у меня стоит на моем столике возле компьютерного кресла, где я работаю. Я брызгаю в течение дня несколько раз, потому что здорово увлажняет кожу. Также в линейке Optimals представлена в этом каталоге со скидками серии H Revive сыворотка, средство для век, ночной дневной крем и омолаживающий бустер. И увлажняющая серия, это тоже средство, крем для кожи вокруг глаз, увлажняющая сыворотка, прекрасно, очень густая, я прям наношу ее как маску на лицо и хожу, пока она не впитается, потому что увлажнение потрясающее. Вот от этой сыворотки у меня она есть всегда, это мой must-have. И также здесь предлагается для сухой кожи дневной и ночной крем и питательный бустер, его лучше носить на ночь, потому что у него масляная текстура. Также в линейке Optimals есть дополнительные продукты, мицеллярная вода, средства для очищения кожи, две маски, у меня есть обзор на них, я носила на одну сторону увлажняющую, на другую глиняную, и рассказывала о свойствах этих продуктов. И вот такая шикарная, предлагается в этом каталоге, силиконовая многоразовая маска, она именно фиксирующая. С глиняной наносить нельзя, только с увлажняющими, с питательными. Наносите увлажняющую маску, либо тканевую на лицо, и сверху фиксируете вот такой силиконовый, и ходите очень долго, можно ходить. Я хожу даже больше часа иногда, потому что маска не впитывается и очень долго и здорово работает, и тканевая маска не высыхает, не спадает с лица. Вот это тоже продукт, который у меня есть всегда, и даже есть одна в запасе, и я ей пользуюсь частенько. На этом развороте королевский бархат, основной уход, это дневной и ночной крем для девушек после 40 лет. Линейка Wound, у меня есть отдельный большой обзор на эту серию, представлен в этом каталоге с хорошими скидками. Бальзам для лица 899 рублей,
рублей. Эффект похож на эффект гидрофильного масла. В своем телеграм-канале Баблик я оставляла подробный отзыв. Смогла наконец-то я поменять вот эту шайбочку, потому что мне неудобно в очищающем средстве. Руки мокрые, пользоваться шайбой. Я сюда накрутила шайбу от очищающего средства Love Nature. Вот такого идеально подходит вот эта крышка. И пользоваться стало гораздо удобнее. И стоять он стал на этой крышке. Сам бальзам довольно густой. Да, он очень комфортный и хорошо удаляет макияж. Вот это второй тонер-мист, который у меня стоит. Ну, они у меня перемещаются либо в сумочке, либо у компьютерного кресла, либо в ванной, где я умываюсь, либо где я наношу макияж. В общем-то, это продукт, который я нежно люблю и очень даже привыкла к этой водичке, которая очень тонким облачком распыляется и кожа всегда увлажнена. Вау! Также, смотрите, еще один разворот. Разогревающая маска, база под макияж, крем для кожи вокруг глаз и еще один классный увлажняющий продукт – это крем гель для лица, эффект мгновенного увлажнения. Если спросить меня, что бы я купила повторно из серии Wound, еще у меня не закончился, по-моему, ни один продукт, то я бы заказала, возможно, бальзам, если бы нашла бы, как чередовать его с гидрофильным маслом. Но вот масло, оно мне поудобнее. Но в дорогу бальзам брать удобнее, лучше именно такую форму. Также обязательно я закажу тонер-мист и закажу вот такой вот крем-гель, когда у меня закончится, для увлажнения. Еще мне очень нравится ночная маска. Вот в этом каталоге ее нет. Это вот продукты топ-3 моих из линейки Wound. На этом развороте начинается уход уже более премиальный Oriflame. Это Nouveau Age. И здесь дополнительные продукты Nouveau Age Procutical. Это сыворотка-концентрат с ретинолом и сыворотка-пилинг для обновления кожи. 1599 рублей. Защитный крем «Солнышко» начинает вступать в свои права. Весеннее самое активное солнышко. Обязательно защищайте кожу от фотостарения. Nouveau Age с защитой 50 SPF. И сыворотка-концентрат, очень ее люблю, для повышения упругости кожи с пептидами. Написано для всех возрастов, но я бы вот рекомендовала присмотреться к этой сыворотке девочкам после 40 лет. Прямо очень здорово укрепляет кожу. И скидка классная в этом каталоге, 1999 рублей. Ночная маска Nouveau Age для интенсивного восстановления и очень глубокого увлажнения кожи. Вы просыпаетесь, смываете маску, и как будто вы вот после отпуска. Восстанавливающая капсула для лица с концентратом масел Nouveau Age. Здесь 6 масел и 30 капсул. Можно проводить курсом каждый день по одной капсуле, а можно брать капсулу одну-две, когда вам нужно кожу свою восстановить, придать ей сил, сияния, красоты. Это действительно бесценные моменты ухода за кожей. Линейка Time Restore для девочек после 50 лет. В формуле этой серии много активных антивозрастных компонентов, которые помогают зрелой коже работать по всем фронтам. И против пигментации здесь, и увлажнение, и регенерация, восстановление сияния. Вот прямо не серия, а целый букет пользы для девочек после 50 лет. Любые два по специальной цене. Омолаживающий дневной крем и сыворотка для лица и шеи. Мне понравилась серия вот эта Skin Relief для чувствительной кожи вместе с тем с антивозрастным эффектом. Позиционируется для всех возрастов, но у разработчиков стояло две задачи: разработать линейку для девочек чувствительной кожи и более старшего возраста, потому что когда мы решаем один вопрос, например, снижаем чувствительность кожи, при этом у нас нет ухода антивозрастного эффекта. Поэтому вот эта серия убивает сразу двух зайцев, и у них, надо сказать, это прекрасно получилось. Я в восторге осталась от этой серии. Я постоянно использую пенку очищающую. На мой взгляд, это самый лучший пенящийся продукт каталога, самый мягкий, заботливый для кожи. И каждая баночка, она достойна отдельного рассмотрения. Дневной
крем защищает, очень легкий. Ночной крем ухаживает, восстанавливает чувствительную кожу. Крем для век с удобным дозатором. И сыворотка тоже активная и помогающая снизить чувствительность кожи. Вот, смотрите, эту пенку можно заказать со скидкой, как и другие очищающие средства Nove Age, гель-тоник и средство мужское для умывания и скраб Nove Age Men. И также спонжи коньяку со скидкой в этом каталоге. Для тела и волос предлагают нам открыть эту рубрику набором спа-аксессуаров. Вот в такой вот экологичной коробочке приходит этот набор мини-спа-кит. И в этой коробочке тоже все очень мини. Давайте я вам быстренько сейчас покажу. Сюда входит подушечка для сухого массажа. Он сейчас становится супер популярным для того, чтобы отшелушивать кожу, для того, чтобы лучше бежала кровь, лучше работал организм. Также в этот набор входит щеточка для лица из возобновляемой древесины. Щетина здесь из нейлона, петелька хлопковая и размер этой щеточки 13,5 на 4 сантиметра. Украшение тоже будет любой ванной комнаты. Но видите, немножечко мне пришла щеточка помята, но тем не менее, я думаю, что она очень быстро разгладится после водных процедур. И еще в этом наборе есть вот такая вот запакованная пемза. Тоже мини, прям все такое мини-мини. С помощью этой пемзы вы можете очищать загрубевшую кожу. И сама коробка тоже из возобновляемого картона. В общем, такой, смотрите, вот экологичный, классный мини-наборчик. Действительно, мини-спа-кит, как он и называется. Планируете ли вы его к покупке? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. 699 рублей стоит этот наборчик. Также продают в этом каталоге, смотрите, уже зимние праздники прошли, но в меню праздника у нас по-прежнему сочные ягоды. Пена для ванны, крем для рук Berry Mary. Еще, если любите вот такие рождественские ароматы, торопитесь заказать. Activel дезодоранты по 299 рублей в этом каталоге. У меня всегда есть парочка в использовании. Ароматы, вот мне лично все равно какие, но если вам не все равно, вы можете посмотреть обзор мой на эти спреи, и там я рассказываю свои впечатления, ноты, которые есть в этих ароматах. Femenil предлагается в этом каталоге гели для интимной гигиены, освежающие защитные за 279 рублей. И к ним рефилы. У меня есть шотс на канале Взлет на рефилы. И смотрите, при покупке двух цена каждого 169 рублей. Хорошее предложение, надо брать. Beautanicals предлагается в этом каталоге со скидками средства для тела. Для волос нет. Но для тела, смотрите, хорошие скидки на мыло, средства для душа очищающие, лосьон для тела и увлажняющие крем для рук. Также зубная паста предлагается со скидкой освежающая и детская с клубничным вкусом до 6 лет для молочных зубов. И две зубные щетки по 129 рублей взрослая и детская. На этой странице перчатки для ухода за кожей рук с сенсорной функцией, то есть вы можете густо нанести либо крем с этой страницы защитный, вот питательный, может быть мини-крем за 79 рублей вы купите, наносите густо, либо маску спа, помните, мы с вами смотрели в начале каталога, и надевайте перчатки. И из-за того, что пальчики здесь сенсорной функции, вы можете продолжать использовать смартфон, работать, либо там отдыхать, развлекаться в нем, но при этом ручки ваши будут ухожены. Love Nature предлагает большой объем 500 мл за 359 и 399 рублей и мыло ухаживающее, увлажняющее с органическим овсом и абрикосом 89 рублей. Массажная перчатка, я ее использую вместе с мылом спа, здорово помогает отшелушивать кожу. И мочалка для душа, да, гель для душа я тоже использую, люблю. И вот этот мятный цвет, такой, знаете, бирюзовый, он очень здорово оживляет ванную комнату, и он холодный, и для водных процедур очень гармоничен, на мой взгляд. Love Nature, у меня есть несколько обзоров на средства для тела, для волос Love Nature. Найдите, посмотрите, я показываю каждую баночку, рассказываю про экстракты, про текстуры. И в этом каталоге для тела предлагаю
предлагается крем и крем для душа, и крем для тела с органическим овсом, абрикосом, и крем для душа и крем для тела с маслом какао и кокосом. Если вы любите продукты в саше, то обратите внимание, тканевые маски в этом каталоге со скидкой и маска с гранатом, последний раз в каталоге. И маски для волос. Oriflame предлагает 3 маски и скраб. Недавно даже где-то видела в соцсетях сравнение, что если вы ищете маску по эффекту, по составу, похоже на бальзам для краски, вот те самые бальзамы, которые девочки очень сильно любят, то обратите внимание вот на эти маски. На мой взгляд, можно брать любую, но для кого-то есть принципиальная разница. Недавно заметила, что у меня они практически все подошли к концу. Когда у меня маски эти подходят к концу, я заказываю сразу по 10 штук, потому что продукт очень приятный и в использовании. Это действительно маски-смузи. Прямо наносишь на волосы и кайфуешь от аромата банана либо от авокадо. Вот совершенно любую берете. И состояние волос потом, они как будто ламинированные, как будто бы вот было какое-то лечение для волос. Они блестящие, здоровые, рассыпчатые. Продукт очень достойный. Для волос также предлагается в этом каталоге 2 серии. Смотрите, для жирных и для сухих волос с лимоном и мятой по 269 рублей. Сейчас я использую, и мне нравится блеск волос, какие они рассыпчатые. У меня жирный тип волос, поэтому я остановил свой выбор вот на этой линейке. Если у вас сухие волосы, то с органической пшеницей и кокосом. Здесь много продуктов. Здесь также есть и масло для сухих волос, и горячий уход. Разбирайтесь, смотрите обзоры, как этим пользоваться, и заказывайте себе для своих любимых волос. Love Nature также предлагает продукты для детей. Это шампунь для волос и тела, и лосьон для тела, и мыло с яблоком. И для малышков совсем, это от 3 лет, а вот это можно серию использовать с рождения. Целая линейка, у меня есть 2 обзора на все продукты этой линейки. Для ног классическая серия предлагается в этом каталоге со скидками. Спрей дезодорант, ночной увлажняющий крем и смягчающий крем для ног. Также обратите внимание, что со скидками шлифовальная пилка и кусачки для ногтей очень люблю, использую в маникюре. И есть у меня видео, как я сама себе делаю маникюр, прям все этапы рассказываю, и вот там я использую вот эти кусачки. Можете посмотреть, как именно их правильно использовать. Сухой шампунь 299 рублей и HX 349 рублей. Представлены различные шампуни против выпадения волос, против перхоти, для придания объема, мой любимый, и ухаживающий для окрашенных волос. Я видела, что эту серию будут полностью менять, будет меняться название, упаковка. Жду с нетерпением. Для ухода за волосами аксессуары, скелетная щетка. Тоже видела, что все расчески будут меняться, но видите, здесь последний раз в каталоге. Скелетная, также для начеса, массажная щетка. Жду с нетерпением, потому что вот скелетная я перестала покупать, шарики у меня отпадают почему-то на ней. Надеюсь, что обновление будет лучше. На этом развороте для маникюра продукты различные, укрепляющие, жидкость для снятия лака, маска для ногтей, которая с утра, вот так вот где-то она выглядит, когда вы наносите на ногти, но не соприкасаться должны ваши ручки с водой. Целую ночь провели ваши ногти в этой маске, она застывает, с утра вы проснулись и смыли ее с ногтей. И ногти более светлые, ухоженные, мне нравится эффект от нее. Сыворотка для роста ногтей и аппарат для домашнего маникюра, но я такие не использую. Я делаю маникюр обычными продуктами из маникюрного набора. На этом развороте лаки стойкие глянцевые, на весну предлагает нам нежные оттенки, и также лаки у меня вот лиловый пион, абсолютно, мне кажется, не соответствует цвету каталога. Вот сейчас у меня на ногтях вот этот лиловый пион, не знаю, как вы считаете, такой же это оттенок или нет, мне кажется, что тон немного разный. Но смотрите свотчи на очень многие продукты я показываю на канале, и выбирайте по свотчам, стараюсь всегда, чтобы цветокоррекция была максимально приближена к реальности. Если заказываете вот эти вот гель-лаки, не забудьте заказать закрепляющее покрытие. У меня любой лак с этим покрытием держится очень долго. На этом развороте продукты для коррекции лица в макияже. Матирующий праймер, палитра консилеров. Есть обзоры и на праймеры, и на консилеры, и на румяна, и на пудру. Везде показываю текстуры, свотчи и рассказываю, как правильно пользоваться. Здесь стики тональной основы, также есть свотчи из это
очень люблю. Хорошая защита от фотостарения. Здесь SPF 30. При этом он не плывет и ровно лежит, хорошо корректирует. И здесь есть, смотрите, здесь по 3 оттенка. По-моему, было по 4 в запуске. И представлены матирующие и увлажняющие. В обзоре я показываю те и другие, рассказываю, чем отличается. Вы можете заказать кисти, можете заказать такие спонжи для макияжа. Тинт для губ и щек, если вы любите именно такие проявляющиеся декоративные средства для губ, он достаточно яркий. Я его тестировала в макияже и показывала, как наносить на щеки. Там просто очень-очень маленькую капельку надо, потому что, ну, прям ядерный продукт такой. А если вы любите уход за губами, мне очень понравилось вот это вот масло-блеск. Единственное, есть нюанс, что его надо обновлять где-то, вот час прошел, масло впитывается, потому что это все-таки масло, хоть и есть небольшой оттенок, даже есть небольшой тинт от него, но это все равно масло, которое выполняет свою функцию где-то за час, и его надо наносить снова. Но губки ухожены, разглажены и выглядят всегда очень красивыми, блестящими, ну вот достойный продукт. Сейчас я им довольно часто пользуюсь в макияже. Если вы хотите суперстойкую помаду, 3,5 грамма, толстый стик здесь, 399 рублей и красивая гамма палитра оттенков. На губах у вас будет матовый бархат. На весну эта помада всегда пользуется большой популярностью. Посмотрите свотч и подберите себе нужный оттенок. Губная помада 5 в 1 с эффектом пухлых губ. Я недавно показывала, по-моему, 6 оттенков у нас на канале. Оттенки немного не соответствуют каталогу, но очень красивая гамма тоже. Палитра современная. Сама помада позиционируется как кремовый, вот ультракремовый финиш. Я тут немного не согласна, потому что из-за вот этого металлического шиммера, который в ней есть, однозначно, помада красиво серебром отливает на губах, но при этом она не гладко скользит. Объем есть и оптический, и объем есть от небольшого покалывания, увеличивающий здесь комплекс, увеличивающий объем губ. В общем-то, смотрите обзор, смотрите свотчи, и также в Баблике, в своем телеграм-канале я показывала в видеокружочках свои видео с каждым оттенком и рассказывала свои впечатления. Там тоже вот другая цветокоррекция, именно телефонная. Если вы, например, такую больше любите, чем профессиональную, то вы можете еще посмотреть в телеграм-канале Баблик. Сейчас я стараюсь дублировать некоторые обзоры туда, именно вот снятым между делом, потому что кому-то такие тоже очень нравятся. Но в основном, чтобы вы были готовы, телеграм-канал Баблик я веду как свой личный канал, делюсь там своими впечатлениями. Также я туда пощу то, что впечатляет меня, либо какие-то фильмы, какие-то новинки в мире моды, стиля, вообще все что угодно, какие-то свои мысли, которые мне приходят в голову. Ну и, конечно же, когда у меня съемки, я тоже делюсь какими-то впечатлениями о продуктах, либо рассказываю продукты Oriflame в домашнем быту, как я их использую, либо какие-то, если у меня инсайты на эту тему, какие-то открытия, то тоже я делюсь в телеграм-канале Баблик. В общем-то, подписывайтесь и будьте всегда в курсе вот моей жизни ежедневной, что у меня происходит. Не только то, что вы видите на взлете, там очень-очень много закулисья. Глянцевая губная помада Cushion, 349 рублей, тоже влюбилась в нее, но здесь, по-моему, у нас представлены оттенки мерцающие, которые до нас еще так и не добрались. Надеюсь, что доберутся. Я знаю, как многие ждут эту помаду с нетерпением. И я уверена, что оттенки очень красивые. Ну что, дадим еще один шанс в этом каталоге. Губная помада с эффектом сияния The One Power Shine, 269 рублей. Ну, по сути, тот же самый эффект. Здесь может быть влажности больше в этой помаде, но вот это тоже красиво переливается на губах. Для глаз предлагается четырехцветные тени для век. У нас есть телеграм-канал Swatchи, Oriflame Взлет, где вы можете увидеть фото Swatchи, по коду их найти. Подписывайтесь, и как только вам нужен какой-то
Swatch в виде фотографии реальной, то вы код вбиваете там в поиске в этом канале и находите. И также, если уж говорить о наших каналах, есть у нас еще телеграм-канал Oriflame Взлет, где мы публикуем актуальные акции и обзоры к предложениям каталога. Ссылки на все телеграм-каналы наши есть внизу в инфобоксе. Это тоже новинка каталога, маркер для бровей. Я макро снимала, очень крупно показывала, как он рисует на бровях. Найдите обзор по кодам и посмотрите. Тушь с эффектом накладных ресниц 360 градусов. Щеточка крутится у этой туши. Ну, именно вот так вот, не сильно, но удобно. Можно ее чуть-чуть изогнуть и прокрасить какие-то уголки глаза. На самом деле, приспособление довольно удобное. Также эта тушь есть в водостойкой формуле и продается на этом развороте защитная накладка для макияжа век. Две этих туши недавно снимала в битве тушей, сравнивала, на два глаза наносила, также макросъемку показывала. Можете посмотреть, как они работают, и рассказывала в этом же обзоре, как правильно наносить объемную тушь. Она, оказывается, наносится в один слой. Ее не надо наносить в 2-3 слоя, а именно, если вы хотите действительно объемные, густые, пушистые ресницы, чтобы тушь не осыпалась, не размазывалась, это один слой. И там же я рассказываю еще несколько фишек по нанесению объемной туши. По коду найдите и посмотрите. Прям вот подробный обзор для вас сняла. Подводка для глаз 449 рублей и многофункциональная тушь. По-моему, это новогодняя была версия. Да, ультра-черная. Видите, здесь флакончик у нее с блестками. Но это та самая черная тушь 5 в 1. Заказывайте, пока на нее такая хорошая скидка. На этом развороте средства для снятия макияжа, стойкий маркер, подводка. Оба продукта совершенно не мои, поэтому не могу вам ничего порекомендовать. И лаки для ногтей On Color 189 рублей. Пилку недавно заказала, 99 рублей, чтобы носить с собой в сумочке. Но на нее попало случайно совершенно средство для снятия макияжа, и она вот прям лаковое покрытие у нее стерлось. Поэтому аккуратно, когда делаете маникюр с этой пилочкой, она довольно нежная. На этом развороте ухаживающая тональная основа On Color 199 рублей. Свотчи есть у нас на канале. Консилер стики 239 рублей. Тоже свотчи ищите на канале. Так же, как и на двусторонний карандаш для глаз 169 рублей. Точилка вечная. Хватает ее навсегда, по-моему. Как я одну много лет назад заказала, так она и очень острая, хорошо точит. Карандаши маленькие и также широкие, то есть для стандартных карандашей и для более толстых. Тушь для ресниц с эффектом веерного объема 199 рублей в этом каталоге. Ну и, конечно же, кремовые губные помады On Color. Надеюсь, что они будут в достаточном количестве. Свотчи на нее, на эту помаду у меня есть на канале. Ищите, смотрите, подбирайте себе оттенок. От Oriflame я жду полного склада этих помад, потому что ажиотаж на нее уже несколько месяцев огромный. Яркий праздничный третий каталог приготовил нам много интересных и выгодных предложений. Что вам понравилось больше всего, я с удовольствием почитаю в комментариях. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.